все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, не мудрено у нас блеснуть. Евгений был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но беда. Собрание сочинений Пушкина в 11 томах – уникальный проект издательства «Слово», в который помимо любимых и знакомых с юности поэзии, прозы и драматургии вошли три тома переписки поэта 1815-1837 годов без цензурных ограничений. Тома с перепиской поэта представляют собой репринтное, то есть точное воспроизведение уникального издания 1906-1911 годов, выпущенного по специальному распоряжению Императорской академии наук. Издание без купюр было выпущено крохотным тиражом, не более 10 комплектов, предназначенным лишь посвященным академикам Императорской академии. Это редкая возможность прикоснуться к неизвестному до сих пор эпистолярному наследию Александра Сергеевича. Во всех текстах полностью сохранена не только пунктуация и орфография, но и те слова, которые принято называть ненормативной лексикой и которые так смело использует поэт с присущими ему изяществом и иронией. Предисловие к изданию написала Ирина Сурат, пушкинист и исследователь русской литературы, доктор филологических наук. В собрании вы найдете как рисунки самого Пушкина, так и лучшие иллюстрации русских художников. Каждый том переплетен вручную, а переплеты украшены тиснением золотой и цветной фольгой. Это уникальное издание – незабываемый подарок коллекционеру редкой книги и почитателям творчества великого поэта.